12 населенных пунктов газифицируют в Аксюбинской области. В результате охват населения газоснабжением составит почти 95%. Одними из тех, кто несколько лет просил обеспечить их природным газом, жители села Мугалжар. Сейчас в регионе ведутся работы по прокладке газопровода. Асим Утешева продолжит тему. Село Мугалжар – одно из больших сел в Мугалжарском районе. Первый дом здесь возвели в начале прошлого века, когда началось строительство железной дороги Орынбор-Ташкент. Позже появилось несколько производств по переработке гравия. Постепенно село разрасталось. Этот проект стартовал в 2010 году, но тогда средства были направлены в другие районы. Так повторялось несколько раз. Деньги шли мимо нашего села. Мы ждали этого 13 лет. Надеемся, в этом году наше село все же газифицирует. Газопровод к этому селу протягивают из города Ембе. Общая стоимость проекта 1 800 000 000 тенге. Практически завершены и внутрипоселковые работы. Газу уже готовы подключиться 250 абонентов. Это наша самая актуальная проблема. Зимой из-за нехватки топлива многие уезжают. Сейчас в селе всего осталось около 300 семей. Мы очень нуждаемся в газе. Жители уверены, газоснабжение села положительно скажется на качестве жизни. Здесь планируют открыть несколько производств и создать новые рабочие места. В селе уже обновили линии электропередачи и заасфальтировали улицы. Асфальт также старин, да. Дорожные ремонтные работы ведутся по программе «Аул Ельбесеге». Из республиканского бюджета выделено 457 миллионов тенге. Асфальт проложим на 8 улицах. Работы будут завершены в сентябре. Всего голубому топливу планируют подключить 12 сел с населением более 9 тысяч человек. В целом в регионе газом обеспечено уже 47% населенных пунктов. Асим Утешева, Норбек Мырзатайлы, Болатбек Молдагалиев, Хабар 24, Актюбинская область.